сегодня в Черногорске на 9-м поселке мы собрали подиум. 7 октября, Всемирный день карате. Мы его дружно отмечаем. Готовятся ребята к показательным выступлениям. Будет бой барабана. Ребятишки наши. Наши ребятишки готовятся. Будет программа. Так что ждем ярких моментов. Ох, солнышко какое. Федерация Киокусинкай Республики Хакасия. Всех каратистов, всех, кто имеет отношение к спорту, к карате, поздравляю от всей души с праздником. Желаю здоровья, сохранения здоровья, чтобы все у вас было хорошо. Берегите себя. Успехов вам. Ус. Уважаемые жители поселка, уважаемые спортсмены, сегодня мы проводим мероприятие. От имени администрации города и от себя лично приветствую участников и организаторов данного мероприятия. Сегодня у нас в государстве приоритетной задачей является вовлечение широких слоев населения в активные занятия физкультурой и спортом. Выражаю особую благодарность Юрию Александровичу Стрельченко. Прививая любовь к спорту у детей, пропагандируя здоровый образ жизни, а также создавая условия для занятий спортом, вы тем самым активно работаете на становление здоровой нации в стране. А это и есть главная задача, поставленная нашим президентом. Желаю всем юным спортсменам здоровья, успехов и спортивных побед. С праздником! Дорогие спортсмены, дорогие присутствующие, сочувствующие, разрешите мне присоединиться и от лица администрации еще раз поздравить всех тех, кто облег свои тела и души в белоснежное кимоно и идет по воинскому пути. Пожелать вам здоровья бесконечного, успехов в боях без границ. Пожелать вам жизненного счастья и терпения на выбранном вами пути. Много в жизни будет поворотов, смена поражений и побед. И пусть зря себя растрачивает кто-то, а мы идем дорогой карате. Ос!
Благодарственное письмо вручается тренеру по кикбоксингу Ямских Игорь Юрьевичу. Как было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится родина, как монолит. Горниле победы сегодня, как сталь, опять закаляется родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем красивые знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Кёкушин, универсальный солдат мира. Кёкушин, разрушительная мегасила. Кёкушин, запомни, сын, мы не кричим, а ты, наша жизнь. Это кёкусинкай карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин, сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С кёкушином мы по жизни идем до конца. С кёкушином мы по жизни идем до конца. Нанося удары жестко, набивая тело, он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку. И санчина ката от восхода солнца и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победить сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы бойцы, идем вперед и не кричим «Мате!». Наша жизнь — это кёкушинкай карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим «Мате!». Наша жизнь — это кёкушинкай карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С кёкушином мы по жизни идем до конца. 2 тренировки в день, по утрам пробежки. С каждой секундой дух становится сильнее, чем прежде. Мы не скрываем смысла своих чувств. Наши цели легли в основу боевых искусств. Лоу-кик, маваши цоданы, уширы, керри. Эта связка приведет с собой серьезные потери в нашем теле. Нет места страху или боли, парень, силе духа и набивки. С нами тягаться может только камень. Стальное тело, удары словно выстрелы. Мы союз искатели абсолютной истины. Свою жизнь мы посвятили философии и спорту. Этот образ жизни нас ведет к душевному комфорту. Без тренировочных процессов не живем ни дня, мы сутками оттачивая стиль. Масутацу Аямы, как у Цуки Цодан, Чудан, Гедан, потом Овате. Наша жизнь — это кёкушинкай карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим «Мате!». Наша жизнь — это кёкушинкай карате. Кёкушин — сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С кёкушином мы по жизни идем до конца. С кёкушином мы по жизни идем до конца. Он на татами, как ангел Аямы, кулаки, как камни, отправляет нокаут слабых духом. Этой философии века его техника отработана. Удары меткие, резкие, четкие, дерзкие. Накануне бой — это вопрос чести. Это вопрос чести. Это вопрос чести. Хаджиме, страх сломлен, никакой боли без жалости. Шаг к победе, еще осталось самую малость. 2 минуты до начала боя. Вперед, кёкушин, покажи, кто я. Его называли великим воином, первым покровителем мира, завоевателем моря. В борьбе между добром и злом его сила стала могуществом. Дух верный восточному ветру, восходящему солнцу на рассвете. Дух верный Ветхому Завету, его путь заложен в сотнях километров. Он на татами, как ангел Аямы,
как камни отправляет нокаут его философия. Кёкушин карате, бой с самим собой. Хачимен, он на татами, как ангела ямы. Кулаки как камни отправляет нокаут его философия. Кёкушин карате, бой с самим собой. Хачимен. В глазах пламя, под ногами татами и шепот молитвы разбитыми устами. То затихает, то бьет там-тамом. И вот она, победа уже не за горами. Удар за ударом, движениями упорными с годами. Пояса становятся черными и четкие приемы, как укусы жалят, смотри. Противника уже прижало, устав от атак. Он готов сдаться, еще секунду и гонг должен раздаться. Карате, философия, востоком данная приходит каждому с каждым новым данным, внимая преданием, вникая в истину, чувствуя, что это не мордобой, а искусство. И пусть в глазах не страх, а уважение к тому, кто дал прозрение, приняв поражение в груди жжение. От следов боя в груди сердце воет, просится на волю от боли тело, просит о пощаде. Схваток больше не надо, Бога ради. Сзади поверженный, сломлен усталостью, ты тоже выложился, сил не осталось. Кимоно пропитано потом и кровью, так закаляется дух тех, кто не дрогнул. Он на татами, как ангела ямы. Кулаки, как камни, отправляют нокаут его философия. Кёкушин карате, бой с самим собой. Хаджимен, он на татами, как ангела ямы. Кулаки, как камни, отправляет нокаут его философия. Кёкушин карате, бой с самим собой. Хаджимен, он на татами, как ангела ямы. Кулаки, как камни, отправляет нокаут его философия. Кёкушин карате, бой с самим собой. Хаджимен.